Шадов. Какого хера? Это хочешь? Вьетнамские способности. Ну, сука. Блядь. Ой. Шел вон! Шел! Давай! Порива! Чинчи на райстке нам, да? Что это сейчас была за хуйня? Не, вроде он свалил все же. В общем, сегодня мы продолжаем гамать Silent Hill. Сразу поясняю, почему мы находимся здесь, а не во дворе школы, как это было в начале. Просто надо было засейвиться, и я по-бырому пробежался через, ну, получается, всю школу вот сюда. Я зашел на склад, единственное, что я там взял, это вот этот розовый шарик, и все. Да. Итак, наша сейчас задача, так, самое главное, где мы сейчас? Мы сейчас внизу. Так как я самый сайлентхилловый эксперт из всех сайлентхилловых экспертов. О, привет! А патронов у меня нема, да? У меня 9 патронов. И я не знаю, справлюсь я с двумя чинариками. Хотя они ходят довольно близко ко мне и, типа, я не знаю. Я не знаю. Ёшкин мать! Таба-таба-таба-таба-таба-таба-таба-таба. А хера ли их здесь так много? О! Патранчики, привет, я вас заждался. Вы мне так нужны, я просто не могу, я без них просто жить теперь могу, без этих патронов, капец. Короче, вот эта дверь, как я помню, она открывается какой-то картой. Да, сюда нужна карта, понятно. В общем, надо найти карту, не ключ-карту, конечно, но карту. Бля, возьмем пистолет, я все же хочу поквитаться с этими уродами. Или не хочу. Или все же хочу. Какого хера? Он стоит возле тебя, а ты целишься вообще в другого. Гарри, ты молодец, ты это знал? Короче, надо пройти куда-то, я не помню куда. Там надо взять ключ-карту и съебаться. Примерно так. Теперь открыто. Неплохо. Если я выйду, что я ожидаю? Нихера. Окей, будем учиться выживать. По-моему, я быстро истратил все патроны, которые я мог. Молодец! Гений! Так, патрошки. Патрошки — это хорошо. Я, правда, не... Скорости. Почему скорости? Мне постоянно кажется, что скорость — это мое все. На какой сложности мы играем? Охренеть. Огромный, мать его, вентилятор. Почему здесь вокруг разбросаны бутылочки, а там брабены, я не понимаю. Сосед, ты долбанулся? Страшно же ведь, и без тебя. Ну нахер. Тут тараканы. Это я точно помню. Тараканы они такие, ребята. Неприкольные. Подожди, вот это мне не нравится. Ладно, заходим. Тараканы! Где дверь? Где дверь? Зачем так страшно? О, пустой класс. Четко. Вот эта штука нам нужна. Вот эта вот золотая карта, она нам нужна. Нужна, что капец. Вот, просто вот, вообще. Ну и теперь воспользуемся безопасным путем. Я надеюсь, я выйду, меня никто сейчас не прикончит. Хорошо. Отлично. Замечательно. Обожаю, когда мне ничего не грозит. Люблю такие моменты. Заходим по-бырому. Сейчас, смотрите, что делаем. Так, значит. Ага.
Идем сюда. И открываем вот эту дверь. Итак. Юзаем нашу ключ-карту. Применяем. Бамс. Танк-танк. Карта вставлена. Отлично. Открываем дверь. Значит, есть две двери. Куда сам зайдешь, в какой душу отдашь. Я, правда, не буду в туалет заходить. По-моему, здесь сейчас будет катсцена. Нет. Ну ладно. Почему здесь везде раскиданы баллончики из-под этого, знаете? Вот этот крем-то, который воздушный такой. Чё за нахер? А, они там, за стеной ходят. Эй, ты, говно! Ты, говно! Соседи, вы просто самые лучшие люди в мире. Вот это я, конечно, ща набрёл. А на каком я сейчас этаже? На втором. А сейчас? На первом. Что за межпространственные аномалии? Какого хера? Я, конечно, знал, что женский туалет это какое-то необъяснимое для науки место, но не настолько же! Блэд. Блэд. А может, не надо? Я вижу, там дробаш лежит. Долбанный ты насос. Зачем так страшно? Дробовик. Распятый труп, жуть какая. Я с тобой согласен, Гарри. Гарри, нам конец. Насчет теории, мы сейчас должны теперь пойти куда-то там. Я, правда, не знаю, куда. Но теперь здесь открыто. Так. По-моему, мы должны пробегать по учительской. Правда, здесь будет до хера всякого говна. Не-н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 е. Ну что, тараканы и прочее. Патрончики. Патрончики я люблю. Патрончики моя страсть. Кажется, телефон сломан. Ну ладно. Это как нахуй? Cheryl! Все же это было страшно. Благо в этом коридоре нету ни одного монстра, никого, кто бы мог потревожить нас. Инвалидные кресла. Silent Hills и тот же Silent Hill, как он был для меня столько-то лет назад, так он им и остался. Silent Hill, мать его. Не, ну вот что не скажи, но графен для первой плойки здесь просто охрененный. Вот мне кажется, что вот в эту дырку вроде как надо ставить резиновый шарик. Если вам так не кажется, извините меня... Не понял. А, ну может быть не в эту. Вот в эту. Да, вот здесь вот находится отверстие. И вот если в него ставить шарик, по сути, там видите, типа жёлоб идет такой, да? И типа если полить воду, то вся вода стечет вот сюда. А вот тут вот вроде как в этой вот дыре что-то есть. Да, там лежит ключ. Только ключ от чего? Я вот просто как бы, я не особо умный человек, я уже... Я не все могу помнить об этой игре. Значит, открываем вентиль. Вода погнала. Вот, и типа мящик там такой типа привет. О, привет! И все, и оно, по сути, должно было смыть ключ во внутренний двор. А что, здесь есть что-нибудь, что могло бы мне пригодиться? Нет, здесь только есть какие-то челы, которые выглядят не особо живыми. Ну, собственно, они жили изо всех сил. Так, окей. Теперь открыто. Выходим, значит, во внутренний двор, подбираем ключ. Я, правда, не особо понимаю, с какой стороны он упал. Вот здесь, да? Да.
точно, ключ от класса. От какого нахер класса? Ну, ты, получается, на втором этаже какой-то класс. Ладно, окей, погнали. Все, чтобы пройти мимо всех чубриков, у нас есть. У нас есть пистолет. Я думаю, этого достаточно. Наверное. Гарри, ну можно попасть! Какой же ты тупой! Тут тоже ничего нету. Нет, такого слова нету, вот на самом деле. Том сказал, что... Закрыто. Он библиотекарь. И тут закрыто. Можно выйти в окно? Нет, нельзя. Подожди, то есть мне это сейчас надо будет обходить все это через... Погнали, ну. Капец, ребята, я не понимаю, ради чего вы это делаете? Почему? Да мне бы не зарядить, мне бы себя как-нибудь починить, я не знаю. Я, пожалуй, просто микстурки херану и нормально. Сироп от кашля — это самое лучшее целебное средство, на самом деле. Если вы не согласны, можете со мной не соглашаться. Но я как бы согласен с самим собой, по крайней мере. О, а здесь ничего. Топово. Мне нравится. Подожди, то есть здесь как бы в прямом смысле ничего нет? А, нет, и здесь есть патроны для дробовика. Дробовик, кстати, классная штука. Он с одного выстрела вроде как выносит многих монстров. Да капец! Вот тараканов я больше всего ненавижу в этой игре. Они потому что здесь самые жесткие. Да капец, алё! По-моему, это смерть. Была бы. Изи. Сосать. Так, я помню, здесь котейка был. Блять! Сука! Нахуй так делать? Вы думаете, это смешно? Нет, нихера! Игра страшная, она выглядит как страшная игра, и при этом при всем она еще и старая. А это что обозначает? Правильно, я не знаю. Да отойди ты от меня, ты, тупое говно! Ты можешь его как-нибудь, я не знаю, там, помыть, да, чтобы он умер? Тут два раза пнуть? Подожди, это ключ от чего у меня, вот я не могу понять. У меня опять все хлебало красное. Так, ключ от класса. Ключ сердечком, на него был... на него заперта дверь класса, был брошен водосток на крыше. Зачем? Ключ от библиотечного фонда. А, ну вот все, вот библиотечный фонд, вот это хорошо, на самом деле, только у меня вопрос. А, ну, все тогда, да. Тогда хорошо. Тогда просто замечательно. Тогда просто заебумба. Нет, нихера! Ну в смысле? Здесь же... Да никого здесь не было! Да почему так-то? Где я? Я назад вернулся. А, да нет! Отстань! Это сейчас третью клумбу подряд будет говно? Нет, уже не будет говна. Будут патрончики. Да мне бы хилки, если честно, а не патрончики. Ладно, будем применять старый дедовский метод по отхождению от уродов, мразей, тварей и прочих нечистей, которые обитают в этом месте демоническом обитаванном. Че за херня? Огромный стол. Есть что-нибудь? Да, хилка. What the fuck? Кто здесь стучится? Слышишь, что охотник взял рук и стрелу и сказал: я убью ящера.
Но прежде чем вступить в бой с супостатом, он встал поодаль и закричал, дразня врага. «Мне не страшен старый ящер», и вот, услышав эти слова, ящер зашипел. «Я проглощу тебя одним махом», и ринулся на смелого охотника, широко разинув пасть. Этого-то и ждал охотник. Спокойно тянув лук, он выстрелил прямо в разверзнутую пасть страшилища. И стрела, беспрепятственно пролетев мимо острых зубов, пронзила беззащитную глотку, и ужасный ящер пал на землю мертвым. По-моему, это подсказка, как победить босса, который вроде как должен быть очень скоро. Скорее всего, мы даже его пройдем в этой серии. Возможно. У меня только один вопрос. А хилки сегодня будут, нет? Просто хотелось бы, знаете ли. Я, конечно, человек непривередливый. Совсем непривередливый, но хилок я хочу. Лежать плюс сосать. И ты лежать плюс сосать. В итоге у нас получается многочлен. Просто стоят стулья, на которых ничего нет. Нормально, классно вообще, ребята, четко. А тут, блядь, тараканы нахуй. Лежать плюс сосать. Ладно, хп у меня может быть и хватит. Но вот хилок я что-то как-то не уверен на самом деле. Потому что вроде как в этой игре умереть нереально. Вспоминаем, что было 2 серии назад. По-моему, вот сейчас здесь будет босс. И тут надо будет взять дробаш. Просто по щам ему дать надо будет. Он огребет так сильно, как он еще не огребал. Что за говно, где? Кто я? Склад. Давайте на склад. О-о-о, вот это дело я люблю. Что, больше ничего нет? Отлично. Погнали, ребят. Сейчас будет жестко. И Джоски тоже. Для начала я хочу кое-что чекнуть. Где сейвил-то? Потому что было бы прикольно посейвиться, да, для начала. Ну, вдруг. Несчастный случай, там, знаете, да, на производстве и все дела. Вот, пойдем засейвимся. И пойдем сейчас монстру хлебало бить. Это, наверное, в этот раз я что-то прям супер быстро прошел вообще вот эту вот локацию. По-моему, даже этот видос можно будет сильно не урезать, наверное. Так, ну ладно, все, погнали. Поехали! Ёбаный насос. Загадки. А я чё, умный, чтобы их решать? 2000 years later. Как у вас дела, ребят? Я вот кручу вентиля. Кручу-верчу. Всякую херь творю здесь. Чё происходит? 1 eternity later. Изи, даже не почувствовал. Твою мать, Агари аж заволновался. Какому дементеру его сейчас отправят? Ёпа. Твою мать, что происходит? Тут какого-то чела сожгли, какая-то херня внизу крутится, какой-то шар вообще, что происходит вообще? Сейчас решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонис, чёрт, будь ты проклят. Сколько он мне нанес? А, ну мало достаточно. По-моему, я сейчас хп потратил достаточно. Нет, немного. Какого хера? Вот сейчас он может меня это кокнуть, как бы, да. А что делать-то надо?
was that? Что это было? Who in the hell was that? Кто, черт возьми, это был? Где я? Это бойлерная? Что же тут творится? Бойлер выключен. Тут какой-то ключ. Ключ к Гордону. Но школа вроде как вернулась в свое нормальное состояние. Церковный колокол. Ну кто в него звонит? Окей. У меня один вопрос. А типа К. Гордон. Ну это, наверное, какой-то учитель. Ладно, я думаю, вообще нет смысла сейчас куда-то либо идти. Я, наверное, сейчас буду открывать всякие двери, а там будет закрыто, закрыто, закрыто. А, нет, слушай, я могу сохраниться. Окей. Не вопрос. Сначала давайте посмотрим, кто такой К. Гордон еще. Список учителей. К. Гордон, ага, вот он. Отмечу-ка я этот адрес на карте. То есть он отметил его дом, да? А, ну он на большой карте отметил. Ребята, дам хороший совет. Всегда, всегда, вот как бы, будьте хорошими, да, будьте хорошими людьми. Не обижайте младших. Не обижайте младших. И это... Stop bullying! Це конец це видоса. Спасибо, что посмотрели его. Если вам нравятся скетчи в начале, я постараюсь сделать их как можно чаще. Потому что мне самому прикольно вот это делать, как бы вот с этим монтажом всем разбираться. Это интересно, по крайней мере, мне. И вам, наверное, тоже, наверное, интересно это смотреть. Ну может быть, я не знаю. Вообще-пще-пще-пще-пем. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Фламу. Обязательно подпишитесь на Фламу, потому что Фламу, мать его, вернулся. Почему бы на него не подписаться? Как обычно, ссылка на него есть в описании, на его лайв-канал и его основной канал. Да, подпишитесь сюда на канал, обязательно зайди в нашу группу ВК, подпишись. Можешь зайти в наш Дискорд. Почему нет? Заходи 24/7, балякаем, вообще творим лютую херню. Почему нет? Будет весело. Ну и все, да. Подпишись, ставь лайк. Удачи. Пока.